сторонних дел. Вот я работаю в информационном агентстве «Панорама», который возглавлял в январе Владимир Прибыловский. Я принес три последних книги. Одна о том, как делали выборы в двух столицах в 2014 году. Вторая — сборник биографии авторитетов и вождей русского национализма. Третья называется «Вокруг Путина». Это где-то 40 или 60 биографий разных людей, которые возвысились в бизнесе, в экономике, в культуре и так далее, благодаря каким-то дружеским связям с Путиным и его родственниками, знакомыми. Это последняя книга, которую писал Владимир Прибыловский, и заканчивали уже мы его сослуживцы после его смерти. Я предлагаю эти книги посмотреть всем желающим, а потом я их сдам товарищу Федорову, а он решит, библиотеку их сдать или куда-нибудь еще. Вот. И последний номер нашей ежегодной газеты под тем же названием «Панорама», собственно, она выходила раз в год, больше всего, чтобы не потерять регистрацию. И это такой обычно дайджест публикации нашего информационного агентства, которое несколько чаще публикует новости, чем раз в год. Вот, за истекший год. Я тоже предлагаю всем посмотреть, а кому могу и дать на память. У меня их три штуки. Вот, теперь, наверное, можно перейти, собственно, к лекции. В программе написано, что я политолог. Мне, в общем, трудно себя назвать политологом. Ни диплома соответствующего нет, ни нет даже начитанности и владения профессиональной терминологией. Даже я опасаюсь овладевать профессиональной терминологией, потому что это будет отдалять меня и от читателей моих репортажей, и от вот слушателей. Если я буду сыпать терминами, которые непонятны обычному или чуть-чуть образованному пешеходу, каковым я себя считаю как раз. Вот. Владимир Прибыловский называл себя словом «фактограф». Но мне оно тоже нравится. То есть я вижу свою задачу в том, чтобы выстроить цепочку релевантных, ну даже не цепочку, а некую картину релевантных фактов, а выводы и смог уже сделать потребитель того, что я написал. Например, можно это сравнить с тем, что я расставляю на координатной плоскости многомерные некоторые точки, реально существующие, а уже тот, кто это изучает, тот для того это складывается либо в прямую линию, либо там в большую медведицу, либо во что-то еще. Я себя прошу считать репортером, который где-то 10-15 лет наблюдал изнутри парламент, прочитывал все стенограммы пленарных заседаний, таблицы поименных голосований многие изучал, и на основании увиденного делает некоторые обобщения. Я не вывел никакие закономерности, а лишь увидел и описал, векторы, траекторию движения. Поэтому, в частности, я изменил название, мне предлагали парламентаризм от реальности к иллюзии. Не вижу такого вектора развитии парламентаризма с 89 года, а вижу вектор от инклюзивности к мажоритарности, то есть от пропорционального распределения ключевых, в частности, мест в комитетах и так далее, полномочий между многочисленными фракциями, к все решающему большинству консолидированному и меньшинству статистов. Вот, чтобы как-то свой подход сформулировать к изучению парламента. Я скажу, что как бы во что это все вылилось. Репортажи мы с коллегами пишем не каждый день из парламента, только когда что-нибудь интересное, неожиданное, содержательное, может быть, там пару в месяц. А с 94 по 2003 год я это все собирал в такие книжки под общим названием «Федеральное собрание», которые выходили от там, 2 до 5-6 раз в созыв, и которые совмещали
чисто справочную составляющую, кто в каком кабинете сидит и кто когда перешел из какого комитета в какой комитет, составляющей более аналитической, какие были ключевые вопросы, какой был расклад, какие аргументы были, какие расклады при голосовании и так далее. То есть нечто такое телефонно-историческое. Ну, летопись, можно сказать, если чуть-чуть приукрасить. Такие два эпиграфа я выбрал к сегодняшней теме. Первый эпиграф. Законы, определяющие развитие общества, существуют реально, объективно, независимо от сознания и действуют силой необходимости, определяя волю и сознание людей. Это из книжки учебника «Исторический материализм» под редакцией академика Федора Васильевича Константинова, изданной в 1951 году. И радикально другой подход. Реальные причины разноголосицы тех лет не могут быть описаны, пока упомянутые мною лица не будут обрисованы подробнейше по всем намеченным мною параметрам. Толстяк, словоохотлив, самолюбив, одинокий меланхолик, отец многих семейств, горбун, теоретик, двоюродный родственник такого-то. Это из книжки Револьта Ивановича Пименова «Происхождение современной власти» 96-го года. Книжка посвящена февральской революции, тому, что было до и после. Но он, кстати, Пименов был народным депутатом России созыва 90-93 годов, и об этом он тоже писал о своем опыте, но в других книжках. Мне кажется, что истина где-то посередине. То есть ни с детерминизмом я не согласен, ни с господством случайностей. Также мне кажется, что чтобы изучать парламент было интересным, не стоит воспринимать депутатов как марионеток, даже если они ведут себя как марионетки. Вот когда мы описываем состояние газа в кубометре, мы можем считать, что молекулы там распределены равномерно, движутся в среднем с одинаковой скоростью. Когда у нас в этом кубометре два шарика, мы уже не можем точно сказать, что раздели напополам, один шарик окажется в одной половине, другой в другой. А когда это попугай и кот гонится за попугаем, то, в общем, модели, которые сводятся там к сферическому коту и сферическому попугаю в вакууме, они совершенно не помогают разобраться в действительности и требуют индивидуального понимания все-таки, чем кот от попугая отличается и кто сильнее. Я также считаю, что модели, которые сводят политику к борьбе классов, модели, которые сводят к тому, что институты, законодательные процедуры предопределяют все, модели, которые сводят все к политической культуре и традициям, они все имеют право на существование и все полезны для понимания. Ну, моя функция как-то все это сочетать. Значит, у меня намечено 11 пунктов, из которых 9 – это такое повествование, начиная с появления неединогласного голосования в российских и советских парламентах и до нынешнего дня, о котором я могу рассказывать сколько угодно, вот, и пересказывать разнообразные интересные факты. И поэтому у меня некоторые опасения, что я не дойду до пунктов 10, 10 и 11. Поэтому я с них начну. Вот. А законопроектной процедуре и о экономических интересах, которые стоят и раньше стояли за некоторыми законами. Это просто такой, не знаю, нужен ли он в этой аудитории, такой небольшой ликбез. Ну, я начну, а если все это знают, то меня просто прервете, я продолжу. Значит, как принимается закон? Его рассматривают в трех чтениях, которые можно совместить, если разногласий нет. В первом чтении принимается полный текст закона, дословно, и это считается голосованием за его концепцию. Второе чтение состоит из голосования за поправки. То есть он может измениться до неузнаваемости,
в ходе принятия поправок. Третье чтение – это после того, как все поправки проголосованы, сводный текст проверяют на то, не возникло ли там каких-то логических противоречий. Например, ссылка с первой статьи на 21-ю, она стала 22-й. И чисто вот технически делают этот текст единым целым, и это как бы контрольное голосование. Чтобы второе чтение не отнимало на пленарном заседании долгие часы, годовидная работа проводится в комитетах. Комитетов, может, несколько комитетов отвечать за закон, но решает все один. То есть комитет собирает, ну, скажем, там 450 поправок, которые может нести каждый депутат, каждый региональный ЗАГС собрание, президент, правительство и так далее. Ну, скажем, вот из 400 поправок 60 он принял, 300 отверг, а остальные, по остальным не смог определиться, вынес на общее голосование Думы. И Дума традиционно голосует три раза во втором чтении. Принять, согласиться с комитетом, что поправки такие-то принимаются. Как правило, в списке принятых, чтобы никому не было обидно, дублируются все одинаковые поправки. То есть, если разные субъекты внесли примерно одно и то же, то тут пишут «принято», а на следующий пишут «принято» в редакции поправки депутата такого-то. То есть, на самом деле, если в таблице поправок 60, то, видимо, по сути, их там 20-25, может быть. Вот. Второе голосование – это согласиться с комитетом в части отклонения поправок, которые он предлагает к отклонению. И третье голосование – это второе чтение в целом. Каждый депутат имеет право вынести на отдельное голосование поправку, если комитет предложил ее принять, а он хочет отклонить, или комитет предложил ее отклонить, а он хочет принять. Когда расклады сил в Думе были оригинальными, неожиданными, то это было довольно часто. Сейчас эту процедуру проводят только вот ради, может быть, привлечения общественного внимания, ну или, например, в порядке итальянской забастовки, как Илья Пономарев один раз затянул обсуждение одного вопроса до 9 вечера многочисленными поправками, чтобы хоть сколько-то его оттянуть и подействовать на нервы Единой России. Первое, второе, третье чтение. Дальше закон идет в Совет Федерации, который его изменить уже текст не может. Он может только попросить об этом Госдуму изменить текст. Отклонить закон, создать согласительную комиссию, вместе выработать новый текст. Президент, подписывая закон, тоже не может изменить в нем ни одну букву. В том виде, в каком он вышел из Госдумы после третьего чтения. Право вето действует так. Совет Федерации может отклонить закон, после чего Госдума либо вступает с ним в согласительные процедуры, либо преодолевает вето, проголосовав двумя третями. И если есть согласие между Думой и президентом, а Совет Федерации имеет другую точку зрения, то этого достаточно, чтобы Дума преодолела вето, и президент подписал закон помимо Совета Федерации. Если же такое бывало, вот, особенно в конце левого парламента, в конце правления Ельцина в 1998-1999 году, есть согласие между Советом Федерации и Думой, а президент не согласен. Тогда приняли там повышение МРОТа и некоторые социальные законы. Дума голосует двумя третями, Совет голосует двумя третями, и президент обязан писать закон, не может его отклонить. Значит, в тезисах у меня указан федеральный закон о щах. Это некая пародия, я, к сожалению, не смог ее найти в интернете, но она отражает один из аспектов законотворчества. Это создание законов с целью получить бюджетное финансирование для какой-то отрасли, для регулирования какой-то отрасли, получить возможность лицензировать или каким-то еще образом ограничивать
бизнес в какой-то отрасли, ну там в этом законе о щах фигурируют щееды, у которых есть права и обязанности, существуют и регулируются федеральные органы исполнительной власти, которые отвечают за щи, утверждают рецепты, лицензируют поваров и так далее. Еще одна, ну, естественно, за этим всем стоят какие-то денежные интересы, но это все в открытом виде не проявляется, поэтому я, в общем, даже этим не пытался интересоваться. Есть журналисты-расследователи, которые об этом пишут. Это было характерно для ДУМ, вот начиная с первой и где-то 2003 года. Еще один вид законов, за которым стоят конкретно чьи-то интересы, это законы, которые определяют полномочия ведомств. Правительство обычно старается, чтобы в законе не было ни одного названия министерства, было, например, написано «Федеральные органы исполнительной власти в сфере налогов и сборов». То есть, если президент, например, захочет уволить, переназначить заново всех чиновников МИДа и в связи с изменением названия должностей, он переименовывает МИД в Министерство иностранных дел и внешних связей. И все приходится, всем приходится проходить, грубо говоря, переаттестацию. Ну вот в случае с МИДом Дума левая 96-го года президенту такие полномочия не дала. МИД как с собственным именем прописан в законе о международных договорах. В случае, с, например, с Министерством налогов и сборов был, это название было одно время, потом оно исчезло. И после того, как президент издал указ о том, что вместо министерства у нас будет Федеральная налоговая служба, это, в частности, значит, что первое лицо перестает быть голосующим участником заседаний правительства. Не министр, а всего лишь директор Федеральной службы. Налоговая служба не стала исполнять этот указ до тех пор, пока соответствующие изменения не были внесены в Налоговый кодекс. То есть люди, которые подписывали документы от имени министерства, значились заместитель, например, министра налогов и сборов, исполняющий обязанности заместителя директора Федеральной налоговой службы. Вот один из примеров такого закона, это принятый или в конце первой, или в начале второй думы закон о Федеральной службе безопасности. Президент уносил Ельцин проект закона о Федеральной службе контрразведки. Изменили депутаты, пробили, в главе с Виктором Ивановичем Илюхиным, председателем комитета по безопасности, пробили изменения не только названия, но и всего, что из этого вытекает, то есть тех полномочий, которые имеет эта служба. То есть, в частности, именно поэтому, кроме ловли шпионов, она занимается выявлением разнообразных экстремистов и прочих вещей, которые она воспринимает как угрозу безопасности в широком смысле, не связанной с разведкой. И еще один пример интересного типа законов – это федеральные адресные инвестиционные программы. У меня написано «федеральные целевые» – это ошибка. Федеральные целевые – это программы, которые принимает правительство. Федеральные адресные инвестиционные программы – это список конкретных заводов, газет, пароходов, школ, которые в конкретном объеме должны финансироваться в таком-то году. И это был один из основных способов привлечения депутатов, которые еще тогда были индивидуальностями, к голосованию за бюджет, а не против. Естественно, с тех пор, как появилась возможность изменить что-то в законах в ходе голосования, депутаты стали заботиться о конкретных своих избирателях, которые в следующий раз должны за них проголосовать. Самый демократичный способ был придуман в законодательном собрании Петербурга, когда оно было по одномандатным округам сформировано. Каждый из 50 депутатов самостоятельно решал, что будет профинансировано в его округе, а суммы для всех были одинаковые. Парламент был фрагментарный, поэтому там пришлось всем договориться со всеми, ЗАГС Петербурга. Распространилось довольно широко. Например, пока вот курсовет моего родного Долгопрудного формировался по 12 одномандатным округам, там каждый год к бюджету было такое приложение. Оно называлось «Не
очень владах собственным языком, программа о финансировании, о дополнительном финансировании мероприятий. И у каждого депутата была возможность направить там, по-моему, 1,5 миллиона рублей в год на кому-то на адресную помощь, кому-то там на школу, кому-то на оснащение кодовыми замками дверей. Так вот, такие же федеральные адресно-инвестиционные программы были приложениями госбюджета вплоть до 2002 года. Там равенство не соблюдалось, строк было не 450, а может быть меньше, может быть больше. И включали туда те пункты, в которых заинтересованы те депутаты, мнение которых надо каким-то образом, управлять, заинтересовать их голосовать за бюджет. И это, в частности, объясняет, почему, будучи оппозицией, многие оппозиционными депутатами, многие при этом голосовали за бюджет в Думу, где президент не имел, Ельцин еще тогда не имел большинства, тем не менее бюджет каждый раз хоть какой-то попытки, но принимался. И второй, это значит одна дополнительная тема, вторая это правительство парламентского большинства. Еще объясню, почему все правительства России были правительствами с 90-го года, были правительствами парламентского большинства. И все премьеры России прошли назначение через парламент, кроме двух случаев. Это междуцарствие в 98 году, его премьера Черномырдин, которого не утвердили, премьером стал Примаков. И это какие-то там 4-5 дней, когда между то ли Фродковым и Зубковым, то ли между Касьяновым и Фродковым правительство номинально возглавлял вице-премьер Христенко. После Касьянова это было? Наверное. Я бы сказал, что правительство Российской Федерации РСФСР делится на правительство напуганного большинства, правительство торжествующего большинства и правительство индифферентного большинства. Но все они были утверждены большинством парламента. Ну, у Думы два рычага влияния на правительство в целом, это голосование за премьера и выражение недоверия или доверия правительству. Попытки выразить, я тут о Верховном Совете рассказывать не буду, попытки выразить недоверие начались уже в Первой Думе в 1994-1995 году. Тогда инициировать вопрос могли любые 90 депутатов, либо фракция, независимо от ее численности. Самая маленькая фракция была Демократическая партия России, в которой было когда-то 15, а когда-то 8 человек. И когда она 5 голосами решила навязать Думе вопрос о недоверии правительству, то Дума просто быстренько поправила регламент и оставила только 90 подписей. На 5 и никаких фракций. Вот. Первое голосование было в октябре 1994 года о недоверии, и правительство серьезно было озабочено этим, даже вот в ходе обсуждения одного из лидеров фракции аграриев назначили вице-премьером по аграрному вопросу, это был Назарчук. Ну, в общем, пронесло, 198 голосов было за, а уже заметное большинство было за выражение недоверия после Буденновска, после захвата Шамилем Басаевым больницы и всего, что за этим последовало. По тогдашним нормам вопрос о доверии мог поставить сам премьер. Если не набиралось 226 голосов за доверие, то считалось, что Дума не доверяет премьеру, и тогда президент либо распускал Думу, либо менял правительство. Должен был, такого не происходило. Вот. Если же ставится вопрос, кто за недоверие по инициативе депутатов, то наоборот, надо набрать больше 225 голосов за недоверие. И
Опять же, в этом случае президент решает распустить Думу или разогнать правительство, но в этом случае дается трехмесячный срок, чтобы второй раз подтвердить голосование за недоверие. И Дума в 1995 году попала в некую ловушку. Она выразила недоверие правительству после Буденновска в апреле, но решила, что за три месяца, в общем, посмотрим, как будут идти дела. А Черномырдин не стал ждать три месяца, он тут же внес вопрос о доверии. И после того, как 241 голос был за недоверие, проголосовать большинством голосов за доверие, начал потерять лицо. Ну, в общем, Дума с Черномырдиным сговорились и согласились, что второй раз поставят недоверие на голосование. Если не наберется 226, то вопрос с повестки дня снимается. Так и произошло. Вот я захватил оригинальный документ. Эта штука сделана в форме театральной программки, в которой роль Отелло исполняет В.С. Черномырдин, роль Дездемоны Г. Дума, роль Яга, то есть того, кто вбросил платок, стал инициатором Глазьев и Затулин и так далее. То есть я ее дам на память всем, кому хватит. Ну, я не уверен, что всем это произойдет настолько же веселое впечатление, как на депутатов, потому что, например, почему Невзоров выступает как Ставрогин или Чичиков, Мавроди как Чичиков, это и так всем понятно. А там, например, почему Назарчук и Заверюха представлены как Каменев и Зиновьев, это надо знать некоторые исторические обстоятельства, чтобы это просто было очевидно. Я вот так сразу передаю в зал. Первое. Стычка парламента с правительством с президентом по поводу утверждения правительства была в 92-м году, когда правительство до этого 13 месяцев возглавлял формально президент Ельцин, фактически Гургулис и Гайдар. И это тоже можно назвать правительством парламентского большинства, потому что это было в режиме чрезвычайных полномочий, которые Ельцин дал съезд народных депутатов для экономической реформы в ноябре 91 года. Ельцин тогда премьером назвал сам себя. Съезд народных депутатов, кстати, через полгода действия этого правительства весной 92 года пытался возмутиться, принял резолюцию, в которой осуждал последствия гайдаровских реформ, но после демарша правительства на следующий день принял заявление: вы нас не так поняли, мы за реформы. Видимо, потому что не хотел брать на себя ответственность за состав правительства и то, что оно будет делать. В декабре 92 года был провален кандидат Ельцина в премьера Егор Гайдар. Ельцин тут же попытался сорвать кворум, сказав депутатов, которых... сейчас скажу. Ельцин сказал, что назначит референдум по вопросу, кому вы... Кому вы поручаете вывод страны из экономического и политического кризиса, возрождение Российской Федерации, нынешнему составу съезда Верховного Совета или президенту России? Это декабрь 92-го, когда провалился Гайдар. Это, грубо говоря, вопрос в стиле, кого ты больше любишь, папу или маму. То есть все представления о разделении властей отброшены. О том, что реформы, соответственно, каждый в соответствии со своими полномочиями должен проводить. И сказал: прошу депутатов, поддерживающих своего президента, встретиться со мной. Надеялся, что кворум не станет, а кворум был тогда 2/3. Вот. Филатов, зампред совета, тут же сказал: перерыв. Хасбулатов его остановил: нет никакого перерыва. Кто-то вышел, зарегистрировались, 2/3 есть. С этого момента началось вот это вот тяжкое противостояние
съезда и президента, закончившись танковой стрельбой. Но президент тогда пошел на уступку, а именно предложил 5 кандидатур на рейтинговое голосование, кандидатуру, поддержанную центристами, Черномырдин, там, правда, Скоков был на первом месте, на втором Черномырдин, остановились, сошлись на Черномырдине, и правительство его было самым долгим в истории ельцинских времен. Второй раз Черномырдина утверждали в 96 году, сразу после президентских выборов. То есть у правительства, у парламента есть рычаг назначения премьера. Не как в нормальных парламентских республиках, где это происходит после каждых выборов парламента, когда меняется соотношение сил в нем. У нас назначение премьера происходит после каждых выборов президента. Коммунисты были очень воодушевлены итогами выборов 1995 года и рассчитывали, что в 1996 году кандидат Зюганов может победить. Ну, естественно, после выборов в августе, когда встал вопрос о формировании правительства, они были в расстроенных чувствах, и перед ними маячил шанс потерять уже не только президентский пост, но и большинство в Думе, если президент назначит досрочные выборы, в случае, если они провалят премьера. Для того, чтобы им не было так стыдно, Зюганов, точнее говоря, фракция приняла решение, что в тех регионах, в которых Ельцин получил большинство, депутат может проголосовать, как ему хочется, по утверждению Черномырдина. Никто не знает, как оно было на самом деле, потому что голосование было тайным. Более того, по предложению Галины Старовойтовой, депутаты поменялись местами, и журналистов удалили из зала. Вот. Черномырдин получил больше голосов в процентах, чем он получил на съезде народных депутатов в декабре 91-го. 92-го. 92-го, да. Вот некоторым вроде опровержением моего тезиса может служить полная перетасовка правительства в марте 97-го года. После того, как правительство Черномырдина с первым вице-премьером Потаниным, сформированное после выборов 96-го года, было Ельциным отправлено в отставку, Зюганов даже назвал это правительство коалиционным. То есть, как я понимаю, выдал некую тайну, что правительство, сформированное в 96-м году, в том числе голосами коммунистов, имело перед ними некие обязательства. Министр-коммунист там был только один, беспартийный Ковалев, министр юстиции, которого потом в бане засняли и бесславно сошел со сцены. Правда, был министр аграрии еще, и вице-премьер, и министр сельского хозяйства были из дружной коммунистам аграрной партии. Вот. А правительство, не отправляя правительство в отставку, то из-за того, что премьер не изменился, президент в марте 97-го заменил почти всех министров и изменил структуру. Первыми вице-премьерами стали Чубайс и Немцов. Этот период называли правительством молодых реформаторов. Ну, коммунисты, конечно, говорили, что цель вот этой перетасовки правительства понравится Западу. Несколько раз была угроза того, что правительство будет отправлено в отставку. И один раз эта угроза была реальной. КПРФ, у которой было, напомню, с союзниками большинство голосов во Второй Думе, предъявила ультиматум президенту. На телевидении должна быть передача «Парламентский час», должна ежедневно издаваться парламентская газета, должен быть созван круглый стол с участием лидеров всех фракций, и там разные варианты были, кого еще, в частности, тут через круглый стол должен пройти вопрос о приватизации земли, вопрос о восстановлении вкладов. Вклады не должны деноминироваться, то есть, когда миллион превращался в тысячу, миллион на сберкнижке должен был остаться миллионом. И должна быть выделена определенная часть бюджета под названием «бюджет развития», управлять которой будут при участии Думы, комитет по экономическим вопросам, который возглавляет Маслюков.
Уже вопрос о недоверии обсуждался, выступили все лидеры фракций. И тут Ельцин, как он потом рассказывал, переступил через себя. Позвонил Зюганову. Вот. И согласился на большую часть этого ультиматума. И это действительно было важно, потому что, к сожалению, это не было как в 93-м году, когда парламентский час был в прайм-тайм каждый день и показывал разнообразные сюжеты, которые сильно не нравились президенту, типа там свадьбы генерала Якубовского и так далее. А это был парламентский час в 2 часа дня в воскресенье. Вот. Но редакцию его назначал спикер Селезнев, коммунист на тот момент. И действительно, некая альтернативная точка зрения в эфир федеральный прорвалась. Парламентская газета, сейчас она выходит 1-2 раза в неделю и не особо большим тиражом. Тогда она появилась как параллельный официальный публикатор законов наряду с российской газетой. И там можно было опубликовать какие-то такие документы, типа, например, заключение комиссии о том, кто виноват в дефолте 98 года на нескольких страницах. То есть она тоже, в общем, стала достаточно мощным пропагандистским рупором, пока она сформировалась спикером, представлявшим оппозицию. Круглый стол действительно созвали, за него Зюганов выступал много раз. Иногда он предлагал госсовет создать, иногда еще что-то. В общем, коллегиальный орган, на котором должно быть дано обсуждено и дано согласие на решения, принимаемые единолично указами президента. Даже вопрос о земле обсудили безрезультатно, а вопрос о вкладах так и не обсудили. Ну и потом он как-то заглох. Круглый стол сформировали примерно так. Президент-премьер, шесть или восемь, кажется, губернаторов от таких макрорегионов, региональных ассоциаций, все лидеры фракций, два лидера крупнейших профсоюзов. Там еще интересная была склока, кто у нас второй профсоюз после ФНПР. И Соцпроф претендовал, другие профсоюзы претендовали. Ну, в общем, этот орган большой роли не сыграл, а сошел со сцены. Сейчас нечто подобное было сделано в Госсовете, который сначала был сформирован как совещательный орган из одних губернаторов, потом в него добавили лидеры фракций и спикеров палат. То есть сейчас на каждом Госсовете, который проводится 1-2 раза в год, и Зюганов выступает, и Жириновский, и телевидение вынуждено все это показывать. Вести в прямом эфире. Значит, Кириенко в 98 году правительство протолкнули с третьего раза, потому что сначала голосование было открытое, а под конец тайное. И часть коммунистов, там, например, Светлана Петровна Горячева, ныне «Справедливая Россия», говорила, что вот они в Кремле хотят, чтобы мы сами довели себя до роспуска Думы, но мы им этого шанса не дадим. Я даже тогда выиграл тотализатор среди думских журналистов, сколько голосов получит правительство Кириенко при тайном голосовании. Ну не я один, там два человека, по-моему, 250 что ли было голосов при 26 необходимых. Значит, назначение Примакова было примером того, что парламентское большинство имеет полную возможность назначить своего премьера, если оно действительно этого хочет, не боится. Черномырдина провалили, восстановление Черномырдина в качестве премьера провалили один раз в августе, провалили второй раз в сентябре, первый, по-моему, сентября. И Ельцин таки дрогнул, потому что ему предрекали, что если он третий раз предложит Черномырдина и после отказа Думы распустит Думу, назначит новые выборы, Дума будет еще хуже, чем та дума, в которой большинство составляли левые. Вот это вот, ну, правительство не согнувшегося, что ли, парламентского большинства. А назначение Степашина и Путина мне казалось последовательным в начале 99-го года.
и в августе 99 года, казалось мне проявлением некой апатии. Все думали, вот Ельцин уйдет, пройдут новые выборы президента, на которых неизбежно победит или Примаков, или Лужков. И кто сейчас премьер, в общем, не так важно. Откуда взялись Степашин и Путин? Есть такая версия, мне ее рассказывал Владимир Прибыловский, а ему кто-то из инсайдеров, что был проведен опрос социологический по поводу того, кого из литературных героев, из героев кинематографа, народ готов видеть в главе правительства и государства. Потому что окружение Ельцина и члены его семьи, и Березовский, и Гусинский были страшно напуганы действиями правительства Примакова и ожидали, кстати, и Глеб Павловский тоже, который говорит, что его членам семьи угрожали тогда, ожидали катастрофы для себя лично в случае победы Примакова. Так вот, в опросе победил Штирлиц. И те люди, которые проводили этот опрос, решили, что единственный способ старенького Штирлица, Примакова, как-то обойти, это найти молоденького Штирлица. Его попытались найти сначала в лице Степашина, который тоже был по происхождению офицером КГБ, потом возглавлял Комитет по безопасности в Верховном Совете. Ну, он как-то вяло выглядел, и потом непростительная ошибка, когда он сказал о том, что эти ваххабиты совершенно мирные, которые в селе, после чего туда пришли войска Шамиля Басаева. В общем, это скорее было поводом. Ну, и более подходящим Штирлицем стал тогдашний председатель ФСБ, директор ФСБ Владимир Владимирович Путин, впоследствии чего мы все знаем. Хочу найти цитату по поводу назначения Путина в августе из Явлинского. Там, в общем, голосовали через пень-колоду, кто как. Апатия, в общем, как я и сказал. Ладно, пока, значит, продолжу, что еще один пример того, что депутаты это не марионетки, это голосование Думы и Совета Федерации в течение 99 года. Совет Федерации 4 или 5 раз отказал президенту в отставке генпрокурора Скуратова. Дума принимала законы двумя третями, начиная с первым Ласточкой, был закон о реституции культурных ценностей, который некоторые условия выставил для отправки ценностей за границу, с которым президент не соглашался, регламентировал процедуру. Это первый закон, к которому Дума и Совет Федерации солидарно преодолели вето президента. Также они приняли федеральный конституционный закон о правительстве. Ельцин просто нагло не подписывал его, хотя не имел права этого делать. Уголовный кодекс тоже, там, правда, не был политической составляющей, пролежал неподписанным месяцев 6 или 7. А, не в той книжке еще. Назначение Путина. Ну, эти книжки, к сожалению, не выставлены полностью в интернете, и не так просто это сделать, потому что они набраны в ДОСе, сверстаны в Вентуре. Над ними немножко поработать, чтобы можно было их выставить. Но какая-то часть, половина примерно есть. Некоторые не в последней версии, некоторые, наверное, наоборот, более в обновленной по сравнению с последней печатной. Явлинский сказал, что значительная часть депутатов фракции не проголосуют за Владимира Владимировича Степашина. Путина? Степашина. Ну, он так сказал. Путин в ответной речи сказал: я благодарю Григория Алексеевича Зюганова, поскольку не согласен со стилем действий и не считает правильным приход к руководству страной представителей спецслужб. В то же время часть депутатов поддержит Путина, так как удовлетворена его ответами на важнейшие вопросы, а также для сокращения масштабов кризиса.
Значит, о правительстве запуганного и незапуганного парламентского большинства я закончил. Извините меня, не могу. И ничего не сказал о... А уже 8 часов. То есть, конечно, если есть что обсудить в форме дискуссии и вопросов, то, наверное, уже было бы пора. Если нет, то я продолжу. Давайте продолжим. Можешь какое-то время оставить на вопросы? Ну, я какое-то время оставлю, но я надеялся, что это будет час. Давайте, может, еще полчаса. Ну, вообще, в чем смысл парламентской статистики и аналитики? Отделить котов от попугаев, вот, в том примере, который я говорил, и немножко представлять, во-первых, что можно ожидать от того или иного депутата, когда в следующий раз решаешь, брать ли его в какую-то партию, выдвигать ли его в кандидаты, голосовать ли за него. И о том, что ожидать от парламента в целом на разных поворотах истории, если они происходят. До перестройки не было особенного смысла в парламентской статистике. Ну, разве что в плане вот того, что называется криминологией. Кто правее, кто левее стоит на мавзолее, а тут, соответственно, кто стал председателем комиссии по международным делам в Совете Союза, кто в Совете национальности, а кто в правовой комиссии. Из этого можно сделать вывод, кто из них второй секретарь ЦК, кто третий, а кто пятый. При том, что в списке официально они публикуются по алфавиту. Выборы были безальтернативными, начиная с момента, когда всеобщие выборы сменили поэтапное формирование съездов советов в 1937 году. Сессии проходили дважды в год, продолжались по два дня, и на них единогласно голосовали «за». Было исключение. В 1961 году на сессии Верховного Совета РСФСР вносили поправку в Уголовный кодекс об установлении смертной казни за валютные операции с приданием этому закону обратной силы. Тогда Никита Сергеевич Хрущев был очень возмущен, что крупному валютчику дали большой срок, но не расстреляли, ему объясняли, что закон не позволяет. И вот ректор ЛГУ Александр Данилович Александров при голосовании воздержался. Его спрашивали, почему, он объяснял: ну, я не специалист по уголовном праве. Это был первый за всю историю Верховных Советов СССР и РСФСР с 1937 года случай неединогласного голосования. Кстати, время было вегетарианское, его не репрессировали, он в том же году получил какой-то орден, стал академиком. Но, правда, Верховный Совет его больше не выдвигали. Второй случай был 28 октября 1988 года, и после этого уже это пошло постоянно, когда академик Сагдеев проголосовал против утверждения указа о митингах и демонстрациях. Это в каком году? 28 октября 1988 года. Это одна из последних сессий Верховного Совета, избранного в 1984 или 1985 году. Ну, правда, это только касается России и Союза, потому что в Карабахе уже год к тому времени была ситуация, когда местный совет большинством голосов вообще постановил перейти в другую республику из Азербайджана в Армению, а первый секретарь, который был по национальности азербайджанцем, остался в жутком меньшинстве, и как бы видно было, что вертикаль власти во главе с первыми секретарями региональных комитетов просто прекращает существование. И в эти периоды вышли эти мои, сколько там, 17 что ли, выпусков справочника. А после выборов 2007 года в этом виде парламентская аналитика тоже утратила смысл, потому что «Единая Россия» имела 2/3 уже с 2003 года, но за счет одномандатников в основном. В 2007 году был избран парламент полностью по партспискам, переход из фракции во фракцию был запрещен, а де-факто голосовать солидарно стали все депутаты фракции «Единой России», за исключением максимум там 4-5 человек, которые держали во фракции только потому, что они придавали ей определенное лицо. Например, Константин Затулин, популярный среди части национал-патриотов и жителей Крыма.
Например, Борис Резник, журналист «Известий», это не вот Габриляновских «Известий», а тех еще нормальных «Известий» из Хабаровска, которого считали как бы вот демократическим лицом «Единой России». Кстати, на днях он разоблачал какие-то подтасовки на праймерис. Не знаю, станет ли он депутатом в новом созыве. В общем, 2/3 голосов «Единой России» было обеспечено, а это значит, что результат любого голосования, с учетом того, что свободного голосования де-факто никогда не происходило, результат голосования был предопределен. Вопрос примут, не примут, пройдет, не пройдет, просто отпал. И вычислять расклад голосов стал не надо на поверхности. Вот, это про не единогласное голосование. Теперь, возвращаясь в 1987 год, альтернативные выборы впервые прошли 29 марта 1987 года. На довыборах или выборах в новые составы местных советов, они тогда раз в 2,5 года избирались, но в очень ограниченном виде. Ну, слово «демократизация» прозвучало чуть раньше, на январском пленуме 1987 года ЦК КПСС. Там создали в экспериментальном порядке многомандатные округа, где кандидатов было больше, чем мандатов. По результатам на 94 тысячи мест претендовало 120 тысяч кандидатов. А это какой год? 87-й, 29 марта. Только местные советы. Значит, 94 тысячи, естественно, получили мандаты, 25 тысяч получили более 50%, но не прошли. По тем регионам, где был проведен этот эксперимент. 25 тысяч получили больше 50%, не прошли, но стали резервными депутатами, то есть они автоматически становятся депутатами, если кто-то выбывает. А 599 человек из 120 тысяч вчастую проиграли, получили менее 50% голосов и как бы, не получили ничего. Всеобщими альтернативными выборами первыми были выборы народных депутатов СССР в марте 1989 года. Это не было императивом, но было пожеланием правящей партии, чтобы была конкуренция. Было 1500 национально-территориальных округов, в 399 был только один кандидат. По одному кандидату не нашлось больше, а в среднем было 5 кандидатов на место. Довольно демократичными были выборы, кандидатов могли выдвигать собрание граждан численностью не менее 500 человек. Трудовые коллективы, точно могу сказать не могу, кажется, вообще в сколько угодно малой численности. И общественные организации. Но общественных организаций тогда насчитывалось около 50 штук, и они все были созданы и управляемы Центральным комитетом КПСС. Был фильтр. Фильтром были окружные предвыборные собрания. То есть окружная избирательная комиссия по неким установленным самой собой квотам созывала делегированных представителей от предприятий, от школ и так далее, от заводов своего округа, и они решали, из выдвинутых кандидатов, кто будет в бюллетене, кого не будет. Некоторые республики уже явочным порядком тогда отказались, например, Прибалтийске от собраний, то есть все, кто был выдвинут, были зарегистрированы, никаких подписей не предусматривалось. Вот. Это 1500 депутатов, а еще 753 вообще избирались по квотам. То есть КПСС было предоставлено 100 мест, в ЛКСМ 75, профсоюзам 100 и так далее. Вплоть до ЦСКА, Динамо и Союза филателистов, у которых было по одному мандату. Всего 38 избирательных комиссий было создано от общественных организаций. Например, у нас было дикое количество, там, 14 общественных организаций, занимавшихся международным сотрудничеством. То есть Комитет защиты мира и так далее. Вот у них была одна общая избирательная комиссия, а человек, по-моему, 15 полагалось. Вообще, это был большой прорыв, первый съезд народных депутатов СССР. Просто, опять же, я вижу, что люди, скорее всего, которые уже часть этого либо застали, либо об этом прочитали, но тем не менее напомню. В 1986 году самыми смелыми оказались на съезде КПСС очередного выступления Бориса Николаевича Ельцина, который говорил, что вот у нас не все идет по Ленину, не все у нас в порядке, у нас есть большие безобразия, их надо исправлять. А на прошлом съезде, почему я этого не говорил? Я боялся. На прошлом был прибрежнее. И второе нашумевшее выступление, это выступление академика Александрова, который сказал, что другого Александрова, президент Академии наук, который сказал, у нас есть
замечательные изобретения, но они ни черта не внедряются. Прозвучавшему слову «черт» были громовые аплодисменты, прозвучавшему с высокой трибуны. После чего он сказал: я не понимаю, чему вы тут аплодируете. Вот. На парт-конференции 1988 года летом уже проступали реальные разногласия. Ельцин там просил о политической реабилитации. Прибалтийские делегаты говорили об экономической самостоятельности, а замминистра иностранных дел Квицинский ни много ни мало предложил по образцу создаваемого Евросоюза создать надгосударственные структуры в социалистическом содружестве. К тому времени Венгрия и Польша уже вовсю начался процесс демонтажа социализма, то есть это вызвало там некий шок, и его выступления не опубликовали даже в «Правде» в один день со всеми выступлениями, а откладывали дня три. Тем временем МИД сделал заявление, что товарищ Квицинский в данном случае не выражает позицию советского государства. А первый съезд народных депутатов СССР начался вообще с немыслимой ранней сцены. По идее, по закону, съезд должен был вести председатель Центризбиркома до момента, когда выберут председателя Верховного Совета. Горбачев был председателем президиума Верховного Совета старого созыва. Он всего там 4 месяца занимал после Громыка. Вот. Председатель Центральной избирательной комиссии Орлов объявляет съезд открытым. Тут на трибуну выходит неизвестный никому человек и говорит: я требую, чтобы мы сейчас почтили молчанием память жертв избиения людей ОМОНом 9 апреля, убийства в городе Тбилиси. Ну, это там вот местные национал-демократы, национал-консерваторы и прочие оппозиционеры тогда 9 апреля 89 года демонстрировали против попыток Абхазии отделиться. Их действительно разогнали, но то, что за ними гнались с саперными лопатками, это вроде бы правда, а то, что хоть одного из них ударили этой саперной лопаткой, это неправда, но человек 8 погибло, в основном там были, просто задохнулись от сильно сжатой толпы, неважно, ответственность, в общем, многие возлагали на политбюро, но это все посторонняя тема, даже комиссия была, съезд народных депутатов, который расследовал это дело во главе с Собчаком. Так вот, значит, когда этот депутат, никому неизвестный, вдруг от трибуны такое сказал, в зале начал гаснуть свет. Тут Горбачев встал с места, сел за стол президиума, оттеснил Орлова и стал вести съезд. Вот, вопреки всем регламентам. Депутат этот оказался Вилен Толпежников или Толпежников из Риги. Тогда уже в Прибалтике абсолютное большинство депутатских мест получили народные фронты. Тут был один из них. И поскольку съезд был на тот момент органом власти, полномочным принимать решения по любому вопросу, высшим и законодательным, и надисполнительным, и распорядительным органом, то в прямом эфире, ну, позже в записи, вся страна могла следить за тем, как принимаются ключевые, или те, которые тогда казались ключевыми, решения. Годом позже, март 90-го, был избран съезд народных депутатов РСФСР. Я считаю, что это были самые свободные выборы с точки зрения выдвижения кандидатов. Собрание избирателей и трудовых коллективов от 300 человек могли выдвигать. Общественные организации, начиная с районного уровня, они уже не такие были к тому времени. Какой год? 90-й, март 90-й. А, РСФСР. Да, РСФСР. Никаких не было предвыборных собраний, которые бы отсеивали кандидатов, не было квот для общественных организаций, были 900 территориальных округов и 168 национально-территориальных, всего 1068 мандатов. Агитировать разрешали всем, в том числе, например, трудовым коллективам, которые выдвинули кандидатов, и даже отдельным гражданам, но при этом вся агитация, которая была, и все вообще, что было связано с финансированием, разрешалась только за государственный счет, и всем выделялось поровну. Вот, отступая от темы, я скажу, что еще более свободная и при этом равная система финансирования была в 1991 году, единственный раз на выборах президента России, когда
избирательный фонд не ограничивался, каждый мог внести сколько угодно, но при этом он делился между всеми кандидатами поровну, он был один на всех. На выборах 90-го года КПСС уже не вела себя как партия. Такими протопартиями были блок кандидатов одномандатников «Демократическая Россия» и блок общественно-патриотических движений. Это радикальные, можно сказать, коммунисты из Объединенного фронта трудящихся, националисты, патриоты из Союза писателей и так далее. В одном округе не только могли конкурировать десятки членов КПСС, но могли быть 2-3 кандидата от одного из этих политических действительно блоков. Например, в Моссовет вообще брали в список чуть ли не всех желающих. По одному из округов блок «Демократическая Россия» поддерживал 6 кандидатов по одномандатному округу. Списки блоков вывешивались на стенах за подписями, если не ошибаюсь, Травкина, Попова и Станкевича. И в самиздатских газетах публиковались, то есть в тех газетах, которые не были запрещены, но их нельзя было ни купить в киоске, ни выписать на почте. Они распространялись только на митингах и какими-то вот такими волонтерскими способами. Под конец кампании московские списки просочились в «Московский комсомолец», список демократов, и в «Литературную Россию», список национал-патриотов, а газеты «Московская правда» и «Вечерняя Москва» опубликовали некий умеренно центристский список, сформированный при участии горкома КПСС. Список провозглашал своей целью общественную стабильность. Программа там состояла из 3 предложений, коротких, ну, там практически из 5 строк. И там было в среднем по 2 кандидата на округ. Все эти списки имели между собой множественные пересечения, в том числе один кандидат и стал депутатом, он, Новиков Владимир Ильич, был одновременно в списке демократов и национал-патриотов. И один такой же кандидат был в списке Моссовета, его тоже избрали, естественно, сложение голосов. Члены КПСС номинально получили 86% мандатов, но это совершенно ничего не значило. Блок «Дем Россия» получил около 300 мандатов. Противостоящего ему блока не было, но в первые дни инициативно, без не дождавшись указаний из ЦК, была создана группа «Коммунисты России», в которой было около 360 депутатов, но в то же время туда, например, вступил Шахрай, ближайший соратник Ельцина, который сказал: я тоже считаю себя коммунистом, но не все коммунисты против реформ, вот я буду свою линию отстаивать. Ну, в общем, недолго длилось, правда. И в руководстве, например, «Демократической России» был член КПСС, мэр Москвы, будущий мэр Москвы Гавриил Попов, сам Ельцин был членом КПСС на тот момент, в национал-патриотическом блоке было много членов КПСС, то есть КПСС уже как бы рассматривалась как некая ступенька на пути к власти, но не политически единая группировка. Неправильно как рассматривается, по факту была. Значит, на первом съезде о структурировании и формализации групп разрешили создавать и регистрировать группы от 50 человек, и их было создано 24 штуки, они пересекались по разным основаниям, например, группа молодежи, смена, группа беспартийных, группа военных, группа рабоче-крестьянский союз, группа депутатов от автономии. Для них, кстати, сделали исключение, им сказали, сколько вам бы не было, будет численность зарегистрирована, но их хватило на 50, их было даже 80. Самая многочисленная группа продовольствия и здоровья была. Она была создана из врачей и председателей колхозов, которых оказалось очень-очень много, непропорционально много. Когда должность по каждому округу и соотношение профессии расписывалось все в ЦК, такого не было. И предприимчивый депутат Валентин Цой придумал создать эту группу, которой одна из основных задач была там не допустить Ельцина, выборов Ельцина, которого двигала Дем Россия, председателя Верховного Совета. Вот она была самая большая, у нее было 355 депутатов. Группы получили некие
преимущество, а именно ну, просто право на выступление, и не более того. Для избрания председателя требовался 531 голос, Ельцин с третьей попытки получил 535. Его основной соперник Иван Кузьмич Полосков, первый секретарь Краснодарского обкома, в те же дни стал первым секретарем Коммунистической партии РСФСР, которая была создана вот, на учредительном съезде в те же дни. Одни группы по тактическим соображениям держались за большую численность. Вот тот же Аграрный союз, он был крупнейшим всю историю. Это продовольствие и здоровье, она переименовалась в Аграрный союз, собственно, аграрная партия на основе нее возникла. Другие, наоборот, по тактическим соображениям делились на несколько групп. Вот группа коммунистов, от нее отпочковалась группа «Отчизна». Это коммунисты же, но военные. Ну, в общем, получается, что все решало болото, центр, не определившееся в своем отношении там, к Ельцину, реформам, к социализму, коммунизму и так далее. 300 с одной стороны, 360 с другой, а надо 531. И вот в курсе математики нам говорили, что те, кто занимает центр вот в таких коллегиальных голосующих органах, именуется ведущая фракция. То есть эта фракция может быть сколь угодно маленькой, но присоединение ее либо на одну чашку весов, либо на другую определяет, какое будет принято решение, поэтому она может совершенно немыслимых уступок себе добиваться за счет этого. Такой центр попытались создать с двух сторон уже на втором съезде в конце 90-го года. Сергей Шахрай создал группу «Левый центр», тогда словом «левые» обозначали всех, кто за демократию, перестройку, реформы и рынок, а словом правые всем, кто за социализм и коммунизм. Вот. Значит, Шахрай создал группу «Левый центр», Бабурин создал группу «Демократический центр России». Первые два слова «демократический центр» скоро он отбросил, они как совершенно не стыковались со словоупотреблением тогдашним, и эти слова тут же подобрал Шахрай и создал блок фракции с названием «Демократический центр». Но третьей силой ведущей фракции не стали ни те, ни другие, а третий вот в промежутке и контролировали вот 531 голос, блок «Созидательные силы», будущие, которые создали директора, прочие промышленники, часть там начальства колхозов, совхозов и молодые карьеристы из депутатской группы «Смена». Это Головин? Ну, Головин, Муравьев, Плотников. В 91 году в России были зарегистрированы в январе первые политические партии, но на съезде они представлены были довольно мало. Но две фракции удалось создать но по партийному признаку. Это фракция «Коммунисты за демократию» Уцкова. Они сначала называли себя «Демократическая партия коммунистов в России» в составе КПСС, потом они стали партией «Свободной России», фракцию также назвали. Вторая партийная – это объединенная фракция СДПР Республиканской партии, в которой лидерами были Румянцев, Шейнис и Лысенко Владимир. Ну, вот два года ушло от начала 91-го по конец 92-го для того, чтобы сложилась система фракций, в которой не допускалось двойное членство. Чтобы ну, некие права по регламенту, которые эти группы, сначала они были группы, потом политические группы, потом фракции, которые они получали, в том числе право на выступление, им не злоупотребляли люди, вступая одновременно во все фракции. Фракция 50 человек, блок 3 и более фракций. Всего фракций было за всю историю 19, но в каждый отдельный момент около 15 политических групп, сначала потом фракции около 15, и в них 80% депутатов входило. Блоки основные сформировались весной 92 года на том съезде, который сначала осудил реформы Гайдара, а потом сказал, вы нас не так поняли, мы за. И блоков этих было 4. Блок демократических фракций. И на основе их, собственно, и зародились будущие партии, участники выборов 93 года. Блок демократических фракций в составе фракции «Демократическая Россия» и «Радикальные демократы». Там еще была, вот, третьим составной частью была фракция ДПР, ПР, но она распалась. Еще была там фракция «Шахрая» и «Левый центр», но она вышла. Еще была фракция «Русского», она тоже вышла. В результате в блоке осталось две фракции, они долго зазывали к себе этот будущий выбор России, СПС, Дем Россия.
зазывали к себе будущее яблоко, фракцию «Согласие ради прогресса», которую возглавляли Лукин, Владимир Лысенко, Виктор Шейнис, ну, так и не зазвали. И поэтому они из блока превратились в неформальную коалицию реформ. Кстати, ряд вот этих самых будущих яблочников из «Согласия ради прогресса» в личном качестве входили в эту коалицию, но блоком она называться уже не могла. Второй блок — «Демократический центр». Это такие прото-черномырдины, можно сказать. Фракция «Левый центр» Шахрая, фракция «Свободная Россия» Рудского и фракция «Автономии, суверенитета и равенства». Вот можно заметить, что в российских парламентах депутаты от национальных автономий часто консолидируются по многим вопросам. И характерно, что они поддерживают действующие власти, кто бы у власти не находился. Конечно, политизированные группы часто трактуют это как то ли продажность, то ли косность, но на самом деле, видимо, в этом некий глубинный интерес вот этих обособленных национальных сообществ, для которых ровные отношения с федеральным центром являются главным условием успешного политического выживания и нормальной ситуации в своей республике или автономной области. Значит, до распада в блоке «Демократический центр», в блоке номер 2, состояла также фракция «Беспартийный депутат». Они вместе все до 500 чуть-чуть не дотягивали, эти два блока, которые в общем и целом были на стороне Ельцина и тогдашних реформ. В центре оказался блок «Созидательные силы», фракции «Промышленный союз», «Рабочий союз» и «Смена». Где-то близко блокировалась с ними, но официально не состояла фракция «Родина», которую возглавлял Олег Румянцев, бывший социал-демократ. Что за фракция «Родина» вообще? Когда она существовала? Она существовала, там ссылка есть в моих тезисах, справка о самом среди народных депутатов, можно на ней посмотреть. Она существовала, наверное, с конца 92-го или даже только в 93-м году и мало чем себя проявила. Она была такая федералистка. То есть, когда, например, суверенитет и равенство принимал какое-то заявление, что вот мы требуем для республик того-то и того-то, Родина размножала его многочисленным тиражом с припиской, что вот видите, какое безобразие ведут к распаду России. Значит, четвертый блок, крайность по тогдашним термином справа, блок «Российское единство» в составе фракции КПРФ, «Россия» Бабурина, «Отчизна», то есть коммунисты в военной форме, и «Аграрный союз». Туда же пришли демократы, ужаснувшиеся распаду Союза, ну, такие как лидеры РХДД Виктор Аксюч, кадетской партии Астафьев и так далее. А не создали группу? Группа «Российское единство», но она недолго просуществовала, у них было по название было по термину из статьи Солженицына «Как нам обустроить Россию», в которой предлагалось создать единое государство из России, Украины, Белоруссии и Казахстана, остальных отторгнуть. И еще одна маленькая фракция, которая недолго существовала в зарегистрированном статусе, — «Гражданское общество». Это было уже следующее поколение разочаровавшихся демократов, а те, которые ужаснулись экономической реформе. Там основные лидеры были Щелноков и Сидоренко. При этом этих протопартий, этих блоков, уже были и внепарламентские лидеры. Аркадий Вольский, не депутат, вообще чуть ли не официально считался лидером блока «Созидательные силы». Он возглавлял научно-промышленный союз. На выборах 1993 года это блок «Гражданский союз», который не прошел, но провел много одномандатников и контролировал фракцию, депутатскую группу «Новая региональная политика» в Первой Думе. Вот. А одним из лидеров блока «Российское единство» и выступал на их пресс-конференциях в качестве такового был Геннадий Андреевич Зюганов, хотя КПРФ тогда еще не была восстановлена. Дальше кризис наступил декабря 92 года, который, в общем, если бы внимательно я тогда читал законы, я бы понял, что он запланирован. Это момент, когда окончились 13-месячные чрезвычайные полномочия президента, предоставленные ему
съездом в ноябре 91-го, право единолично формировать правительство без согласования с парламентом и право назначать глав администрации. Кстати, впервые он получил это право 21 августа 1991 года в порядке экстренных мер для преодоления последствий путча. А 8 декабря 1991 года должны были пройти сплошные выборы губернаторов. И вот за месяц до этого съезд народных депутатов ввел мораторий на выборы всех уровней, потому что надо провести реформу, реформа непопулярная, и за все отвечает президент. К тому времени уже был готов закон о правительстве, принятый Верховным Советом, по которому требовалось согласование ключевых министров, не только силовиков, но и иностранных дел, кажется, там председатель гостелерадио или министр информации, как он назывался. В общем, очень неприятные для исполнительной ветви власти вещи. И кандидатуру Гайдара, который де-факто был премьером с ноября 91-го, а де юре Ио Вильера с 1 июля, съезд провалил. И просто категорически провалил. И принял поправки Конституции не только по согласованию министров, но и другие перераспределяющие полномочия от президента к парламенту, даже по сравнению с тем, что было до этого чрезвычайного периода. Значит, я рассказывал про демарш Ельцина 10 декабря, когда он сказал, кому вы доверяете, и попробовал сорвать кворум. Кризис был урегулирован при посредничестве Конституционного суда. Это, в общем, сам Зорикин считал, что это ему не свойственная роль мирить ветви власти, вот так экстренно добиваться каких-то законституционных соглашений. Но ситуация такая, что по-другому поступать нельзя. Съезд заморозил поправки, перераспределяющие полномочия, а президент сказал, проголосуйте по пятерым кандидатам в премьеры. Я из них выберу трех, вы из них выберете одного, который получит большинство. И так премьером стал Черномырдин. Вот. Но Ельцин тут же стал пытаться перехитрить съезд. Поправки Конституции были опубликованы уже в глубоком феврале, а к тому времени было сформировано правительство и назначены силовые министры без всякого согласования с парламентом. Ну, мол, не вступили в силу еще поправки, поэтому их и не обязательно исполнять. Съезд обиделся тоже, стал отступать от соглашений в марте 93-го года съезд разморозил эти самые поправки. 13 марта это было. А до этого 2 марта президент произнес замечательную фразу: «Конституции с поправками 6-го и 7-го съездов я не присягал на встрече с активом будущего блока «Демократический выбор». Дальше был так называемый недоворот 20 марта, когда Ельцин объявил, что издает указ, как-то сильно перераспределяющий, опять же, полномочия, ограничивающий полномочия парламента, но выяснил, что указ он не издал, а Конституционный суд уже принял осуждающее заключение на основании его устного ельцинского заявления по телевизору. Это была такая репетиция того, что произошло 21 сентября. В частности, Ельцин увидел, как будут реагировать на эту ситуацию генпрокурор, Конституционный суд, Центральный банк даже и так далее. Вот. И в ответ на послание Конституционного суда о состоянии конституционной законности, такой документ, который по закону УКС должен был время от времени публиковаться, президент издал документ под названием «Послание президента Верховному Совету о конституционности». Очень впечатляющий стиль, какой-то мастер слова писал явно. Я предлагаю, кому интересно, поискать этот документ. Самая, значит, убойная оттуда фраза: нет ответа на самый главный вопрос. С точки зрения правовой справедливости или справедливости права. Какова конституционность Конституции? Ну, это не какой-то, конечно, абсурд, а подразумевалось в этой фразе, как я понимаю, то, что в одной части Конституции уже говорится о разделении властей, а в другой говорится, что съезд народных депутатов вправе рассматривать и решать любой вопрос.
то есть стоит над ветвями власти. Конечно, президентской стороне хотелось, чтобы стоял над ветвями власти тот, кто получил всенародное одобрение на всенародных выборах, а не тот, про кого это написано в Конституции. Но отношения обострялись. Я просто приведу два факта. 9 мая на празднование победы пришли судьи Конституционного суда, их не пустили на трибуну. 5 июня Ельцин созвал конституционное совещание, то есть по сводам расписал, сколько там губернаторов, сколько от правительства, сколько от президента, сколько от парламента, для того, чтобы выработать текст Конституции, который потом кто-то должен принять. И на этом совещании охранники президента, депутата коммуниста Слободкина, который шел к трибуне, вынесли из зала на руках, сняв с него ботинки, за него попытался заступиться генеральный прокурор Российской Федерации Степанков, охранники его просто пнули в живот и прошли мимо. Ну, вот так себя вели ветви власти. Ну, а, соответственно, Хасбулатов отвечал тем, что на совещании с региональными депутатами говорил, что президент у нас... Про кризис 21 сентября и 4 октября я говорить не буду. Я скажу о его результате для политической государственной системы, царившейся с января 94 года. Полномочия парламента были полностью обнулены. За исключением того, что прямо предусмотрено в Конституции. Там назначение председателя Центробанка и так далее. До этих событий октябрьских, сентябрьских, президент получал какие-то определенные полномочия, остальные по умолчанию оставались за Верховным Советом, даже если это вроде по логике казалось бы, были президентские. Например, кандидатуры судей Конституционного суда предлагал не президент, предлагал председатель Верховного Совета на голосование Верховного Совета. Вот. А ситуация сменилась противоположной. Президент осуществляет все полномочия, какие только можно придумать, до тех пор, пока это не прописано в законе, кто их должен осуществлять. А парламент только то, что ему записано в Конституции. Был указ 2288 от 24 декабря 1993 года. Это день, когда... было признано, что Конституция принята большинством на референдуме, и на следующий день она была опубликована. Этим указом Ельцин объявил недействующими 46 законов или отдельных статей законов, в которых говорилось о каких бы то ни было полномочиях Верховного Совета. В частности, Совет Безопасности формировался тогда из высших лиц по должности, там спикер-президент, которые были постоянными членами, и других людей, которые должны были пройти через голосование Верховного Совета. Всего эта статья отменена, как хочу, так и формирую Совет Безопасности. То же самое с Центральным банком, с Пенсионным фондом, порядок формирования, руководства которого до сих пор законом не урегулирован. И у новоизбранной Думы было, грубо говоря, три варианта действий по восстановлению полномочий парламента. Первый вариант – это просто не утвердить эти указы. Дело в том, что все указы, вмешивающиеся в законы, и этот тут указ о 46 законах, и даже указ 1400 о распуске парламента, имели последний пункт – вынести данный указ на рассмотрение Федерального собрания. Вот. Я тогда задавал вопрос председателю Комитета по конституционному законодательству Владимиру Борисовичу Исакову. Это такой юрист... коммунист, аграрий, вот как-то так вот в этой сфере, да, ну розовый, правда, да, левый социалист, скорее всего. Он сказал, я думаю, мы не пойдем на такую конфронтацию. То есть, ну, после успеха с выборами спикера Первой Думы, видимо, большинство решило, что, ну и пусть они меняют правила игры, мы и по таким правилам их обойдем, если будем гнуть свою линию. То есть, эти указы просто не рассматривались. Второй вариант был принять закон о правопреемстве полномочий Верховного Совета, Государственной Думы и Советом Федерации. Но такой закон никто даже не вносил официально, только на уровне разговора, даже не помню, чтобы на пленарках это обсуждалось.
И третий вариант – восстанавливать по капельке полномочия по ходу принятия новых законов. Там о прокуратуре, о Центробанке и так далее, о президиуме Верховного суда. И так это, в общем, по капельке и произошло. Президент взял, например, стал назначать заместителей генпрокурора, хотя ни в каком законе не было написано, что их назначает президент. Он даже на те посты, на которые в Конституции было написано, что назначает Дума и Совет Федерации, председатель Центробанка и генпрокурор, начал назначать исполнительные обязанности своим указом. И первый состав, и второй состав, точнее говоря, второй состав Конституционного суда, вот возобновивший деятельность в 1995 году, стал на его сторону. Это называется доктрина скрытых полномочий президента. Сами авторы этой доктрины так ее не называют, так ее называют оппоненты. То есть, поскольку про президента есть в Конституции слово «гарант», то все, что не записано за кем-то, должен подчищать его. В частности, заполнять вакансии, отстранять того же самого генпрокурора, если он принялся, а Совет Федерации не может его снять и так далее. Авторами доктрины скрытых полномочий, ну, по крайней мере, ее адептами основными считаются первый и второй после 1995 года председатели Конституционного суда Владимир Туманов и Марат Баблай. Вот. Ну, третьим, как известно, стал Валерий Зорькин, который возглавлял его еще до путча. Его позиция несколько другая. Но, в общем-то, от доктрины скрытых полномочий президента Конституционный суд так и не отказался. Ну, то есть, надоело, что хочет. Да. Так, ну, наверное, я постараюсь все остальное свернуть в 5 минут. Ну, у меня оно все нанизано, все тезисы на некую ниточку, которая является структура, фракционно-групповая структура Госдумы. Первую Думу прошли 8 партий и движений по партсписку, из которых самая большая фракция составляла всего 1/6 Думы, 78 человек, это был выбор России в начале своего существования. Поэтому им волей-неволей пришлось, а блок сформировать было нельзя, потому что ну, все партии, в общем-то, чем-то отличались на выборах. Я просто их перечислю. Это «Выбор России», «Яблоко», «Демократическая партия Травкина», всего там 15 мандатов. Естественно, ЛДПР, которая получила четверть голосов на выборах, 25%. КПРФ, «Аграрии», «Женщины России» и партия «Российского единства и согласия» Шахрая. И вначале они руководствовались регламентом, проект которого написал кандидат от «Выбора России» Митюков, который, значит, из Верховного Совета переместился в комиссию по законодательным предположениям при президенте вот, в период отсутствия парламента. И они написали, естественно, под себя. Я вот замечательную бумажку принес. Это листовка «Выбора России» о том, как он триумфально победил на выборах 1993 года. И, естественно, там тут не написано, что Гайдар стал премьером, но написано «Блок Гайдара победил». Вот. Соответственно, они рассчитывали на то, что председателем должен стать Сергей Адамович Ковалев и так далее. А совершенно случайно в первый день работы Госдумы и Совета Федерации в Россию с визитом приезжал Билл Клинтон. Естественно, была надежда, что он выступит и откроет первый демократический парламент. Все помнят, какой это был конфуз. Вот. И сложилась группа, сложился блок из тех, кто либо по соображениям доказательства собственной важности и выбивания неких уступок, либо по принципиальным соображениям, либо еще по каким-то провели в спикеры Думы Ивана Петровича Рыбкина. Это потом он стал председателем соцпартии, потом он стал председателем Либеральной России, а тогда он был, был зампред ЦК КПРФ и лидер фракции, председатель фракции коммунистов России в защищенном Верховном Совете. За Рыбкина сложился блок, если считать номинально по фракциям, 222 человека, а всего депутатов было 444, потому что Чечня и Татарстане сначала не избрали.
ровно 50%. Это были КПРФ, аграрии, микрогруппа «Русский путь» Бабурина, «Российский путь», ЛДПР, Демпартия Травкина и «Женщины России». Оппонентами были «Выбор России», микрогруппа «Союз 12 декабря» команды Федорова, «Яблоко», партия «Российского единства и согласия» Шахрая, и человек 5 независимых были на этой стороне, человек 8 на стороне оппозиции. В общем, в итоге в Митюковском регламенте было записано, что голосование по спикеру, во-первых, тайное, явное, открытое, во-вторых, рейтинговое, в-третьих, мягкое. Это значит, что голосовать можно за какое угодно число кандидатов, и два кандидата, оказавшиеся впереди в списке, проходят во второй тур. То есть некая группа численностью более 50% может сделать так, что второй тур придется выбирать из двух ее кандидатов. Только воспользоваться этим вовсе не выбор России, а сложившийся широкий оппозиционный блок. И кандидатами во втором туре стали Иван Петрович Рыбкин, считавшийся да, коммунистом, и крутой национал-патриот Юрий Петрович Власов. Штанги из партии. Да. Выбор России там думал, не сорвать ли кворум, покинуть зал. В итоге Рыбкин прошел 223 голосами, то есть с минимально необходимым большинством, при том один бюллетень был спорным. Но когда вышел сам Сергей Адамович Ковалев и сказал, да, я уверен, что здесь Рыбкин не вычеркнут, а подчеркнут, то, в общем, ельцинское крыло смирилось с тем, что придется существовать при таком спикере. Кстати, ельцинского крыла, в общем-то, можно сказать, и не было, или оно было недолго. Во-первых, оппонента Рыбкину единого не выдвинули. Там были Лукин, который был на третьем месте с большим отставанием, и был Сергей Адамович Ковалев, еще какие-то кандидаты в спикеры. Во-вторых, самое главное, ну, может быть, вызвавшее наибольший резонанс решения Первой Госдумы, это политическая амнистия, когда 23 февраля отпустили из узилищ заключенных по, точнее говоря, называется, из КПЗ, по делу КПС, по делу о перевороте КЧП и по делу о событиях октября 93 года. Эту амнистию провели, грубо говоря, сложившийся блок центра. Это партия Российского единства и согласия Шахрая, фракция «Новая региональная политика» из одномандатников, группа. Это была единственная группа, которая набрала 35 человек, была зарегистрирована. «Женщины России» и ДПР. У них в сумме было 130 голосов у этого центра. И в окружении Ельцина это некоторые рассматривали как предательство, пытались уговорить генпрокурора что, и директора ФСБ, чтобы они не открывали этих тюрем и не выпускали людей, но после того, как российская газета и российские вести опубликовали постановление об амнистии, оно было выполнено. И подведена черта под этими двумя вещами. Шахрай мотивировал это так. 93-й год – это эпизод гражданской войны, из которого правового выхода нет. Значит, принятая тогда структуризация Думы оставалась еще долгие годы, точнее говоря, организационная, ну что ли, правовые основы структуризации. Каждое депутатское объединение, сформированное из депутатов, прошедших по партсписку, называется фракцией, регистрируется независимо от численности. Математика показывает, что 5%, если партия 5% барьер преодолела, у нее как минимум 11,5 депутатов. Половина 5% от 225. Ну, реально, почти такая численность была у Демпартии Травкина, 15 депутатов там с парой одномандатников еще. Фракции регистрируются независимо от численности, а депутаты неходящего фракции могут сформировать группу, если наберут 35. Автономии, вот те же самые, которые в Верховном Совете, даже во многом те же люди, во главе с Засолковым, пытались добиться снижения этой
планки. Так же, как не вошедшие во фракции либералы «Союз 12 декабря», там, команда «Игр», и не вошедшие во фракции «Национал-патриоты» во главе с Бабуриным, их было, соответственно, 20 и 13. Ну, в общем, большинство было ни в какую, и в итоге планку эту установили на 35. Единственная группа «Новая региональная политика» такая, наиболее прочерномыльцевская, можно сказать, но и наиболее самостоятельная при этом по разнообразным вопросам голосования, насчитывало 65 человек, из них 22 – это группа «Автономия» в главе с Засоховым, растворившаяся в ней. Значит, Чечня, конечно, сильно поменяла политический расклад в Думе. Одни депутаты в это время выходили из выбора России из-за того, что он не осудил чеченскую войну, другие из-за того, что он не поддержал чеченскую войну, из 78 депутатов осталось 47. А главное, я не сказал, структуризация была пропорциональная и демократичная, потому что после победы Рыбкина Николай Ильич Травкин, глава самой маленькой фракции, сказал: давайте все поделим по-честному, сосчитаем вес каждой должности: вице-спикер, председатель комитета, зампред комитета, председатель счетной палаты, уполномоченный по правам человека, в неких баллах. И каждая фракция получает столько баллов, сколько у нее депутатов. Так Первую Думу и поделили, там, ну, яблоку достали, скажем, Международный комитет во главе с Лукиным. Ладно, не буду на этом останавливаться. В общем, теперь перескакиваю сразу по Думам. А Совет Государственной Думы – это орган, который не мог издать нормативные акты, как президент Верховного Совета, но много на что влиял, например, формировал повестку, что включать повестку заседания, что нет. Был сформирован вообще паритетно. Одна фракция, один представитель, плюс один человек – спикер. И в Совете у оппозиционно-центристского большинства была примерно половина. И администрация президента уже в начале 1995 года, после начала чеченской войны, 1994, поняла, что надо как-то усилить управляемость Думы. И тогда были созданы две новые депутатские группы. В них вербовали вот лидеры их в этой программке, которую я раздавал, обозначены как персонаж «Молчалин». Но они примерно такими и были. Просто фракции проправительственного толка, такие как «Пресс», «Новая региональная политика», заставляли делиться депутатами. А некоторые шли туда сами, как, например, Владимир Рыжков, который ушел из выбора России и вступил в одну из этих двух групп. Они называли «Россия и стабильность», и, в общем, очевидцы говорят, что эти основатели групп по фамилиям Левушкин и Шичанин просто заявления друг с другом распределяли, чтобы каждому досталось по 35, чтобы хватило на целую группу. В результате Ельцин получил перевес в Совете Думы, и это уже сыграло некую роль в том, что, например, Дума на последнем или предпоследнем заседании приняла Гражданский кодекс. Такой, как бы, формализующий переход к рыночной экономике, первую часть Гражданского кодекса. Вторая Дума была с ведущей ролью фракции по сравнению с группами. Но это, в общем-то, объяснимо, потому что группы, которых было три, аграрии, регионы России и народовластие, были фактически сателлитами фракций. Группа народовластия, группа аграриев была создана на основе 20 депутатов, прошедших по одномандатным округам от аграрной партии, и делегированных туда коммунистов. Группа народовластия из 8 депутатов, прошедших от блока Рыжкова-Бабурина, «Власть народу», 5 от Конгресса русских общин, и опять же делегированных коммунистов, которые помогали дотянуть до 35.
И в составе Совета Думы, который состоял, напомню, из лидеров фракций, сложилось некое политбюро, так его Морозов обозвал, лидер регионов России. Это четыре лидера фракций. Беляев, наш Дом России, Сергей Беляев, сейчас он мало кто помнит, Зюганов, Явлинский и Жириновский. Они вчетвером принимали некое решение, а лидеров групп уже ставили перед сложившимся фактом. Они на это обижались, в том числе сателлитные группы, говорили, что вы нас дискриминируете. В третьей думе, опять же, было сформировано меньшинство в этом совете думы. Сформировано большинство, которое решило решать все, а именно совершенно конъюнктурный блок, в который вошли коммунисты с сателлитными аграриями, ЛДПР и единство с сателлитными, сателлитной группой «Народный депутат». Ни в какой расстановке слева направо политологической такой блок сложиться не мог. Но ради того, чтобы сохранить своим спикером Селезнева, коммунисты на него пошли, и основным деянием этого коалиции Митрохин ее называл возмущенно КЖЕД, от слов коммунисты Жириновский единство. Изолировали претендующую на роль второй партии власти Отечества Примакова, толкнули его в объятия Яблока и СПС. А между теми, кто участвовал в этом сговоре, непропорционально распределили посты председателей комитетов. Парочку постов предложили СПСу и Отечеству. Примаков сказал, нам предложили какие-то ошметки, а Яблоку вообще ни одного. Вот. Коалиция это была одноразовая, а вообще коалиции в Третьей Думе складывались очень причудливо. Я насчитал таких коалиций 4. Реформаторская коалиция, по вопросам перехода к рынку, в которую единство с сателлитами, Отечество вся Россия с сателлитами, СПС и Яблоко входили. То есть складывалось такое большинство при голосованиях по экономическим вопросам. Государственническое большинство – это единство КПРФ с аграриями, некоторая часть Отечества всей России и регионов. Социальное большинство – это коммунисты с аграриями, Отечество с регионами и малая часть народного депутата и СПС. И федералистское большинство. Короче говоря, те, кто за большую управляемость регионов со стороны и право распускать региональные органы власти со стороны центра. Это коммунисты, единство, СПС и Яблоко. Правящая коалиция, осталось у меня 2 минуты, тем не менее я скажу о моменте, который был, по всей видимости, поворотным пунктом в истории. Это 2001 год, когда единство и Отечество поняли, что им друг друга не перебороть, поняли, что покупать голос каждого отдельного депутата гораздо дороже, чем делать это оптом, и договорились о том, что создают единую партию, там соблюдался строгий паритет, во все руководящие органы избиралось одинаковое количество лидеров единства и Отечества, потом третьим составной частью стала вся Россия Шаймиева, и тоже такое же количество постов во всех руководящих органах предоставили. А на уровне фракций это означало примирение УВР и регионов России с одной стороны, единства и народного депутата с другой стороны. Вместе они имели чуть больше 226 голосов. Результаты голосования продолжали быть не всегда предсказуемыми примерно год. К 2002 году это уже была фракция большинства, коалиция большинства.
И основным моментом, который хотел подчеркнуть, было то, что раньше вопросы, разногласия, разночтения выносились на пленарное заседание Думы, где фракции голосовали более или менее сплоченно, а отдельные депутаты очень по-разному. Теперь же все вопросы ключевые предрешались в некоем органе «Единой России», создаваемом. Этим органом был Совет депутатских фракций. Совет фракции, или президиум фракции, не помню, как он точно назывался, входили туда в основном лидеры, собственно, партии и тяжеловесы, которых назначили председателями комитетов. Например, Геннадий Кулик, Андрей Исаев, всем известный, Владислав Резник, они имели некое решающее слово при формулировании общей единой позиции. Об этом рассказывают парламентские журналисты, которые иногда подслушивали под дверями этого совета фракций. Вот. А дальнейшее, в общем, было не особо интересным. Четвертая дума, в которой две трети было у «Единой России», 2003-2007 год, пятая дума, в которой уже две трети было даже на уровне результатов голосования, фракция стала монолитной, голосование стало интересно изучать только в плане того, чтобы определить персональный портрет депутата, результат стал всегда предсказуемым. Ну, пожалуй, я на этом закончу, хотя как конец оборванный. Ну, все самое главное, пожалуй, я сказал. Если нас здесь терпят еще минут 10... Нас терпят, сказали, что 20 минут еще. Хорошо, тогда я готов сначала ответить на вопросы, а потом выслушать пространные возражения, если они будут. Ага. Можно ли говорить, что в России сложился парламентаризм, или вот наш парламент, он остался таким пятым колесом в телеге президентской республики, каким было, например, земство в период Российской империи? Это то, что в любой момент может поменяться. То есть это вопрос политической воли депутатов. Когда они хотят быть парламентом, когда они не боятся быть парламентом, они являются парламентом. Вот я не случайно, кроме подхода классового и подхода, что все решают институты, привел еще подход, связанный с политической культурой. Если мы возьмем украинских депутатов, это совсем не то, что здесь. Это человек, который открывает ногой дверь в любое учреждение. Человек, который может с кем угодно подраться, ему ничего за это не будет. Парламентская республика, потому что Украина. Президента Кучмы, в общем-то, были достаточно большие полномочия, тем не менее. Да, может быть, это как-то связано с тем, что не было вот этого разового обнуления полномочий. Кучма пытался, предполагал такой вариант, но в конце концов он убедил депутатов принять несколько более президентскую конституцию, и ни одного роспуска по таким мотивам, вроде бы, такого роспуска с танками ни одного... В Украине не было. Мне кажется, что вот тут вот стечение обстоятельств, не то, конечно, кто толстяк, а кто чей-то двоюродный брат, но просто традиции во многом сужают рамку того, как выглядит и как ведет себя парламент. Я не считаю просто, что есть некий эталон парламентаризма, которому можно соответствовать или не соответствовать. Поэтому сложился ли парламентаризм, я сказать не могу.
Ну, могу опять сказать, что это парламент, Дума или не парламент, это зависит от воли депутатов. И от желания ее проявлять или речь. А то есть экономические причины, наверное. Экономические причины чему, уточните? Проявлять себя как парламент или не проявлять? Быть депутатом или быть... Ну, не оппортунистом, а просто прикладывает мандат на гвардию. Мне кажется, что вот в тех случаях, когда Дума выстояла, например, не согласилась на Черномырдина и продавила Примакова, когда Верховный Совет продавил Черномырдина в 92 году, это нельзя свести однозначно к экономическим причинам. Так же, как депутатов, еще одну вещь забыла сказать, были такие рейтинги. Пытались некоторые исследователи математизировать, свести к простой арифметике. Сначала Георгий Саттаров строил там облака по двум координатам, где точками были депутаты, соответственно, выделялись группы, которые где-то рядом друг с другом находятся. Потом Александр Александрович Собянин, покойный, поступил еще проще. Рейтинги от минус 10 до плюс 10. Злые языки говорят, что если вникнуть в математический механизм, то просто-напросто бралось за аксиому, что рейтинг Льва Пономарева и Глеба Якунина это плюс 10, и от этого все отсчитывалось. Практическую цель, ну это, конечно, профанация, потому что предсказать, как проголосует депутат за кандидата в премьера или за минимальный размер оплаты труда, было нельзя предсказать по этим рейтингам. Но с точки зрения администрации президента, они были важными и полезными. И даже депутатов, распавшихся с разумного Верховного Совета, принимали или не принимали на работу в администрацию президента в зависимости от рейтинга по Собянину. Потом появились еще рейтинги по Юрьеву, потом появился, к сожалению, я не могу об этом рассказать, треугольники, нечто промежуточное между облаком и линейным рейтингом Владимира Гельмана, но это написано, Эдуарда Гельмана, пардон, но это написано в моих книжках, которые, опять же, к сожалению, не знаю, где достать, кроме библиотек. На ваш вопрос я ответил. В ярких случаях причины были политическими, люди с разным совершенно статусом социальным, с разными политико-экономическими взглядами оказывались вместе, а люди с одинаковыми оказывались по разные стороны. К сожалению, я не в состоянии выявить здесь однозначный экономический подтекст. Тогда второй вопрос. Да. Когда-нибудь использовался закон об отзыве депутатов? Значит, закон об отзыве депутатов использовался в советское время. Да, по крайней мере, в том Верховном Совете, который был с 85 по 89 год, были голосования по отзыву депутатов, и, кажется, даже отзывали. Это можно пролистать в библиотеке подшивку ведомостей Верховного Совета СССР, там на последней странице время от времени сообщение от Центризбиркома. И было сообщение о голосовании по отзыву. Отзыв был предусмотрен и законодательством съездовского периода, но там было все логично, поскольку депутатом можно было стать, только получив более 50% голосов пришедших при участии более 50%, то, соответственно, более 50% и могли отозвать. А когда на выборах 93 года в моем Химкинском округе депутат прошел 12%, потому что остальные получили еще меньше, там, 20%, то, что 12% избирают, а потом другие 14% снимают с него полномочия, потом еще 15% избирают, потом 16% снимают другие, логики нету в отзыве депутатов, избранных по мажоритарной системе относительного большинства. Другой вопрос – это императивный мандат. Жириновский очень всегда хотел иметь право выгонять депутатов из Думы. Ну, и Миронов сейчас этого хочет. Но пока ему удается изгонять только из фракции, что, в общем, погоды не меняет. Он становится только менее управляемым, но
ничем не рискует. Изгнание — это не отзыв. Да, да. Это переход от избирателя к партии, как раз это нечто даже противоположное. Давайте, сколько у нас минут 10 осталось на вопрос. Давайте все, кто хочет задать вопрос, сейчас поднимут руки. Еще одну бумажку я раздам. Значит, желательно ограничиться по одному вопросу. Когда я классифицировал в первой думе депутатов, все было довольно понятно, потому что Рыбкин, Лукин, Ковалев, в общем, конфронтация была бы примерно ясным вопросом. И два десятка независимых депутатов я классифицировал как близких к КПРФ и Российскому пути, близких к выбору России и так далее. Но одного я никак не мог классифицировать. Очень уж по-разному голосовал. Это был Андрей Романович Волков, такой депутат, который прославился тем, что в Москве, будучи никому неизвестным, победил в одномандатном округе, опустив каждому избирателю в почтовый ящик пакетик чая. Вот. Какой год? 93-й. Выступил он с письменным заявлением один раз. Это надо видеть. Он возглавил в комитете по экологии под комитет по экологии человека. А тут два. Вот. Потом он, правда, вступил в одну из этих самых молчалинских фракций и даже выступил второй раз с документом. Он прочувственно написал обращение к депутатам, когда была угроза второго голосования за недоверие и роспуска Думы, о том, что избиратели нам не простят, если мы вместо того, чтобы заботиться тут каждый день о них, согласимся на самороспуск и новые выборы. Потом, в 1995 году, он провел замечательный эксперимент по нахождению дырок в законах. Но это я уже расскажу по дороге к метро, потому что это забавно, но не так важно. Я так понимаю, Игорь и Игорь. Да, я бы хотел спросить по поводу парламентских фракций в Верховном Совете, вот маленькие, которые как раз, вот Родина, Гражданское общество. Родина не была маленькая. Она была просто короткий срок и мало влиятельной, потому что не хотела присоединяться ни к какому блоку. А Гражданское общество и, собственно говоря... Российский Союз? Ну да, это кто? Что там? Российский Союз – это Аксючиц Астафьев, которые на первых порах это была группа от маленьких партий, там чуть ли не Травкин состоял, Старовойтова. Но после Беловежских соглашений большинство там консолидировалось на позиции, что историческая Россия – это Советский Союз, ее разрушение и преступление, сблизились с Бабуриным, и в результате у них не осталось 50 человек. А Гражданское что? Общество? Общество на Челноковой сказали. Ну, это такие люди, которые воспринимались как отчасти, может быть, безумцы. Например, их стиль поведения – это... выступая по вопросу о приватизации, швырнуть в лицо Чубайсу свой ваучер. Челноков и Сидоренко, кстати, в этой программке фигурируют. Там написано, что персонажи Челноков и Сидоренко играют, нехорошо, конечно, может, я покойно так говорить, Глеб Якунин и Лев Пономарев. Это не потому, что они были какими-то комедиантами или придурками, нет, просто они... остались в настолько жалком и смешном меньшинстве со своей позицией, в том числе по Чечне и по Ельцину. Ясно, а Гражданское общество, оно сколько существовало? Я не помню, посмотрите по ссылке, где написано справка, это не справочник на самом деле, а всего лишь справка на сайте Верховного Совета. Единственное, что он вам ее выдаст в кодировке не в той, там надо вручную перевести на Windows 1251, я постараюсь сегодня это подправить, но может не успею. Скажите, пожалуйста, вот вы очень интересно рассказали в отношении истории со Щерлицем опрос. Дело в том, что я сам подвязывался под социологический опрос, проводимый в 90 примерно плюс-минус где-то годах, даже если не начало 99-го. Каким бы вы видели российского президента? Мы проводили в Московской области. Так дело в том, что там ни с кем ориентировано, а возраст, профессия, и, а там по избирательным участкам, я помню, где
нужно было опросить снегири в Истринском районе, деда. Да, да, мне было, нужно было опросить 80 респондентов. Так, дело в том, что большинство респондентов ответили, там возрастная категория от 45 до 55, профессия, ну там было коммерсант, производственник, силовик, все основная масса. Как вы считаете, действительно ли в отношении того анекдота, или все-таки действительно провели такой реальный опрос и действительно благодаря изучению мнений решили ставить на силовика? Ну, единственное, что я могу сказать, что действительность показала, что выбор по этим критериям был сделан или по другим был очень удачным для тех, кто продолжает оставаться во власти, а не для тех, кто вылетел. И... Да просто люди, конечно, рисовали Путина. Ну ладно. Да, я еще раз возможность, я хочу уточнить. В 91 году был такой полупереворот в Верховном Совете, когда сняли этого Бабурина, Исакова и, по-моему, Горячего снимали. Да. Со своих должностей. Это... в каких условиях? Это была весна 91 года. Значит, люди были очень разные в Верховном Совете, каждый индивидуальность, не то что позже. И избирали их во многом по красноречию и по профессиональным качествам. И в составе руководства, то есть председатель Верховного Совета, его первый зам Хасбулатов, замы, председатели палат, замы председателей палат, оказалось, что все, кроме, кажется, Хасбулатова и Волкогонова, не самого Ельцина, объединились на той платформе, что председатель Верховного Совета ведет себя авторитарно, принимает акты, выходящие за пределы его полномочий, не считается с мнением, многочисленными мнениями разных фракций, и поэтому надо проголосовать за то, чтобы так намекалось заменить, но впрямую не говорилось. Это был март, насколько я помню, 90-го года. Тогда был создан чрезвычайный съезд по инициативе людей, которые хотели сместить Ельцина. Этот съезд дал Ельцину дополнительные полномочия. А эти люди все сами застеснялись и ушли в отставку. Горячего, Исаев, Исаков. Исаков. Какой? Борис Михайлович Исаев, он был такой вице-зампред Верховного Совета. И Бабурин там же. Я так понимаю, он был, нет? Нет, Бабурин был только лидером фракции. А-а-а. Наоборот, на последнем этапе, незадолго до сентября 93 года, Исаков и Бабурин пошли вверх. Один возглавил комитет по... конституционному законодательству, уголовному что-то. Да, да. Закон был. Закон, да. Известный закон о конфискации с расстрелом. Ну, это уже было посмертное, как бы. Это было в осажденном Верховном Совете, да. Ну, вы говорите, мы пошли вверх, да. А что значит пошли вверх? Сами в себе не пошли, кто-то, видимо, все-таки протаскивал или лоббировал интересы. Или нет, тех или иных депутатов. Ну, вы сейчас вот говорили о Бабурине. Просто сами. Ну, сами, ну, из парламента вот ушли часть либералов. Соответственно, их места заняли... Нет, там было очень мало дорог. Я имел в виду, почему они стали начальниками комитета? Они стали уже в предрелюционном... Они стали начальниками комитетов, потому что та политическая линия, которая была в марте 90-го года непопулярной, не знаю, как среди народа, а среди... Даже Бабурина пытались отозвать, там не собрали подписи. По округу, стала наоборот консолидирующей, то есть способной притянуть часть центра на позиции радикально коммунистического националистического меньшинства. Они скорее державниками были, там этнических националистов не было практически в самом парламенте.
Ну да, может. Это в первый Госдуме Лысенко такой был. Просто в некоторых классификациях национализм имперский или державный, это разновидность на ряду с этническим. И еще, если короткий вопрос про группу «Российский путь», можете описать ее жизнедеятельность? Давайте по дороге к метро я расскажу про «Российский путь» и расскажу про замечательного Андрея Романовича Волкова с его овощами. Спасибо.